«Ты сумасшедший американец», – твердил Турману его калмыцкий наставник Геше Вангиал, когда тот решил стать буддийским монахом. Профессор рассказывает, что, родившись и живя в Америке, ему был не по нраву менталитет своей страны, а когда он побывал в буддийском храме, понял, что изучение философии – его предназначение. В 1962 году я добрался до Индии. And when I met the Tibetan people, I became very excited. Встречался с тибетцами, то я почувствовал радостное волнение. And I decided I was going to. This was the study that I needed. И я подумал, что именно такие знания мне необходимы. К Бурятии американский профессор испытывает особые чувства. Во время беседы он поделился, что считает буддийского философа, ученого Агвана Даржиева, духовным учителем. Потому что мой учитель Геше Вангьял, хотя он и был калмыком по происхождению, его главным учителем был Кенпо Ценшап Агван Даржиев. Who was such a great helper of His Holiness the 13th Dalai Lama? Необыкновенную помощь его святейшеству 13-му Далай Ламе. And relating Tibet to Russia. И связывал Тибет и Россию. But anyway, therefore, I consider Nalang Dorje to be something like my grandfather. Своим что-то вроде дедушки, что ли? What is that? Not бабушка, what's the grandfather? What? Дедушка. Дедушка? Дедушка. Дедушка. My dedushka, my spiritual dedushka. Мой духовный дедушка. So I'm so happy to visit his home country. Так что я очень рад приехать на его родину, original monastery. Посетить тот монастырь, откуда он. And also, Роберт Турман выступил с посланием к молодому поколению Бурятии. По его мнению, наша молодежь живет в рамках смешанной культуры, но в основе которой лежит тибетский буддизм. That from point of view of religion. Что с точки зрения религии? Everyone should keep their own religion. Каждый должен сохранять верность своей вере, своему вероисповеданию. Including scientific humanists or materialist humanists. Это касается также и материалистов, гуманистов. They can keep their religion too. Они могут сохранять преданность своей вере. And you never want to say someone else's ideology is wrong. Никогда позволять себе говорить, что чья-то идеология есть неправильная. Because it has every ideology has good side and bad side. Потому что у любой идеологии мы начнем найдем сильные и слабые стороны. Роберт Турман приехал в Бурятию не один. Вместе с ним прибыл приближенный его святейшества Далай Ламы 14-го Самдон Каринпоче. Я придаю очень большую значимость этой конференции. Because of two basic reasons. По двум основным причинам. Firstly, the Во-первых, is a very very ancient community or ancient place where Бурятия – это старинное место, очень древнее место, the Buddhism prevailed for long time. Где буддизм процветал на протяжении долгого времени. And the tradition was of the и традиция of the Indian tradition, которая исповедовалась which is preserved, в Бурятии, это индийская традиция буддизма, which is preserved in Tibetan language. Которая сохранилась на тибетском языке. После конференции гости Бурятии отправятся на Байкал и проведут там священный ритуал почитания нагов озера. Также они посетят Ацагат и Валгинский Датсан. 1 июня профессор Турман презентует свою книгу «Зачем нам Далай Лама», а 2 числа проведет публичные лекции. Наталья Домбаева, Вячеслав Батоев, «Первая альтернативная».